Всероссийский день физкультурника в Артемовском городском округе, несмотря на дождливую погоду, состоялся целым рядом мероприятий. Так, на базе физкультурно-оздоровительного центра «Сигнал» профессиональные спортсмены и любители здорового и активного образа жизни принимали участие в командных турнирах по настольному теннису и градушному спорту. Сегодня у нас проводится традиционный турнир по настольному теннису, посвященный Дню физкультурника. 31 участник у нас сегодня здесь прибыли из городов. Город Талица, Ирбит, Алапаевск, Байкаловский район, Синичиха, Верхняя Синичиха и город Артемовский, Буланаш, Писанец. Для участников турнира по настольному теннису соревнования в честь Дня физкультурника стали уже доброй традицией. И на этот раз игроки с огромным удовольствием провели интересные и яркие поединки. Участники уже традиционно, уже знают, уже несколько лет занимаются настольным теннисом, показывают неплохие результаты как на городском, так и на областном уровне. Так что, думаю, довольны все будут. Турнир по настольному теннису, безусловно, подарил каждому участнику только позитивные эмоции и заряд бодрости для тела и духа. Тем временем, как теннисисты разыгрывали партии в спортивном зале «Сигнала». На свежем воздухе, здесь же, на базе физкультурно-оздоровительного центра, состязались в своем мастерстве участники турнира по градушному спорту. Сегодня проводим командный турнир в честь Дня физкультурника. Участвуют 3 команды. Гости не приехали в связи с погодными условиями, испугались дождя. Проводим командные соревнования. Конечно, погода немножко подвела. Ну, мы стараемся турнир закончить. Вот, тем более, что сама команда нашего города держит где-то по области первое-второе место, по округу первое место всегда держим. Ну, сегодня вот только играют наши спортсмены. Это Сунцов Евгений, Писарев Виктор, Печенкин Сергей, Шевелев Сергей, Исаев Курбан. Дождливая погода настоящим спортсменам не помеха. Соревнования в честь Дня физкультурника состоялись, и артемовские спортсмены с большим удовольствием показали себя, каждый в своем любимом виде спорта.